ядерная смесь. Что-то сегодня произойдет. Вы уже здесь? Ну что ж, начнем, пожалуй. Сегодня я расскажу вам совершенно необыкновенную историю. Жила-была на свете девочка по имени Алена. С самого детства больше всего на свете Алена любила читать. Только белый молодой гусь, задрав голову кверху, стремительно побежал по луже. «Подождите меня! Подождите меня!» – кричал он диким гусям. «Я лечу с вами!» «Да ведь это Мартин, лучший мамин гусь!» – подумал Нильс. «Чего доброго?» Девочка сказала. «Ах, как хорошо! Жалко, что я не умею рисовать!» «Это легко!» – прошептал Том. «Я вас научу!» «Правда научите?» «А когда?» «Большую перемену! Вы пойдете домой обедать!» «Я могу остаться, если хотите!» «Вот это здорово!» Ромео под любым названием был бы тем верхом совершенства, какой он есть. Зовись иначе, как нибудь Ромео. И всю меня бери тогда взамен. Алена! Это ты, ба? Ну сколько же можно сидеть в такой духоте, а? Ну посмотри, какая погода. Ну пойди погуляй, в кино сходи. Да, конечно. Я сейчас. Розой пахнет роза. Хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Алена. Зовись иначе как-нибудь, Ромео, и всю меня бери тогда взамен. Алена! Алена! Что? О, это вы, Марья Петровна. Что-то случилось? Ты Ромео и Джульетту уже до дыр зачитала. Ну, хватит в облаках витать. Иди книги разнеси. Да, Марья Петровна, я сейчас все сделаю. Алена! Вы меня звали, Марья Петровна? Книги я разложила. Я слышала. Я просто... Я поняла. Марья Петровна, я хотела проситься. Мне надо на репетицию. Алена, я давно хотела с тобой серьезно поговорить. Алена, ты девушка, и тебе замуж пора. А ты целыми днями книги читаешь. Скажи мне, пожалуйста, у тебя кто-нибудь есть? Почему? А раньше? Вообще? Ну, душа моя, ну в наше время это просто неприлично. Ну, конечно. Алена, твою проблему надо решать. Иди познакомься. Я? Месяц ходит, на тебя смотрит. На меня? Ну не на меня же. Мария Петровна, а можно завтра? Мне на репетицию надо и... Спасибо. Кого играешь ты своей самодеятельностью? Джульетту? А еще на свете жила девушка Лиза. И с самого детства больше всего Лиза любила себя. Лиза, а тебе не кажется, что у нас проблемы? Нет, мне кажется, у нас все прекрасно. А мне кажется, я тебя не люблю. И ты меня не любишь, и никогда ты меня не любила. Тебе просто нужен такой человек, как я, чтобы о нем в газетах писали там и так далее. Ну что, не так? Молодой архитектор. Строит лучшие дома в России, зарабатывает кучу денег. Ну, конечно, с таким не стыдно и в свет выйти. У всех там олигархи, миллиардеры, звезды. И только у тебя есть такой, как я. А я не понимаю, что тебя не устраивает. Останови, пожалуйста, машину. Я тебя прошу, ты можешь остановить машину? Да что не так? Да остановись! Да подожди ты сейчас!
Послушай, мы с тобой абсолютно разные. У нас совершенно разные интересы. Вот эта вся твоя богатая жизнь, это вообще не про меня. А то, что мне интересно, то, чем я живу, это тебе вообще по барабану. Ну и хорошо, к чему ты мне все это говоришь-то? К чему? Ну какая разница, у кого какие интересы? Ну живут же люди. Или что, ты хочешь развестись? Да, я хочу развестись. Прекрасно! Господи, замечательно! Ты от меня хочешь уйти, я правильно понимаю? Прекрасно! Давай! Давай, быстрей! И слушай сюда! Это не ты от меня уходишь, это я от тебя ухожу, тебе ясно? Козёл! Ну и хрен с ним. Нет, надо это платье на размер поменьше. Кто-нибудь? Да, я вас слушаю. Плохо слушаете. Мне вот это вот платье нужно на размер поменьше. У вас S? Да. К сожалению, у нас был один XS, и его только что забрали. Кто забрал? Девушка там. Девушка! Ку-ку! Девушка! Это вы мне? Да-да, вам. Давайте платье мы поменяемся. Зачем? Ну, просто мое на размер больше, будь вам как раз. Ну, вы же полнее, чем я. Я полнее, чем вы? Да-да. Давайте меняться. Девушка. Давайте меняться. Отдайте мне. Нет, это мое платье. Девушка, отдайте мне мое платье. Отдайте мне его. Мое платье. Мое платье. Это мое платье. Это мое платье. Мое. Это мое платье. Это мое. Шарлык-край. Мое платье. Я воплощение ненавистной силы, не кстати по незнанию полюбила. Что могут обещать мне времена, когда врагом я так увлечена? Стоп! Стоп! Джульетта, а что с лицом? А что у меня с лицом? Ну-ка, подойдите поближе. Ближе, давайте. Что, все губы накачали? Он сказал, если этого не сделаю, он меня бросит. Кто бросит? Ромео? Да, то есть нет. То есть мой Рома, понимаете? Вы что? Вы знаете, я ведь видел Гамлета на одной ноге. Нину Заречную перед выходом на пенсию, но Джульетту с варениками вместо губ я не потерплю. Идите отсюда! Я снимаю вас с этой роли. Как? Как вы можете? Я столько репетировала. Вам некем мне заменить. Да любая сможет вас заменить. Любая, понимаете? Ну вот, я не знаю. Ну вот вы, девушка с козой. Да, вы текст знаете? Прочитайте что-нибудь. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна, а доброта, как ширь морская. Чем больше трачу,
тем становлюсь безбрежней и богаче. Ну вот, вот. А вы идите отсюда, раз решили поменять новаторскую постановку великой пьесы на вот эту свою унылую семейную жизнь. Все, идите! Прошу. Представляешь, я себе платье нашла, ну просто класс. Так у меня его какая-то овца перехватила. Какого часу послать без ответа? 9:09. Да это уже целых 20 лет. Лучше не ждать. Нет, я по-хорошему просила мне уступить. Так она мне как волосы цепится. Я ей тоже дала. Ответь мне, да или нет. И слов не трать, чтобы отчастливить или доказать. Да. Прикинь, ты забыл сказать, я с мужем развожусь, нормально? Слышь, придурок, очки надень, что не видишь, куда идешь? А что, это я не тебе. Где это я? И что здесь делаю? Как странно. Вообще ничего не помню. Как меня зовут-то? О. Меня зовут Лиза? Очень странно. Добрый день. Я ваш врач. Врач? Меня зовут Александр Сергеевич. Ну, как у нас дела? Вы что-нибудь помните? Ну, помните, как вас зовут? Это бывает. А кто вы такая? Где живете? Ну, это тоже бывает. Скоро вы все вспомните. Вас зовут Лиза Воронцова. Вы упали и ударились головой. Вспоминаете? Чего это он мне подмигивает? Ну хорошо. Что первое приходит вам в голову? Хоп! В каком часу послать мне за ответом? 9:00. До этого ведь целых 20 лет. Мучение ждать. Мучение ждать. Мучение ждать. Это что, Шекспир? Я не знаю. Наверное. Ну что ж, к вам посетители. О, доченька моя, девочка моя, Лизонька, мое, солнышко мое, мое солнышко, как себя чувствуешь? Как твои дела? Интересно, кто это такие? Ничего, спасибо. Хорошо. Лиза, это тебе. Роза пахнет розой. Розой назови ее, хоть нет. А вы кто? Я? Это же Максим. Максим? Угу. Это же твой муж. Я... Муж? Не помню. Мозг не задет. И судя по исследованию глазного дна, у вашей дочери и у вашей жены диссоциативная фуга. Фуга? О. Но это заболевание, когда больной не помнит никто, ни как его зовут, ни свою биографию, но помнит элементы своей социализации, универсальные знания. Как говорить, как есть, как чистить зубы, как... ну и так далее. А как такое возможно? Не волнуйтесь, это обязательно пройдет. И память полностью восстановится. Это дело нескольких недель, максимум месяца. Все должно прийти в норму. Вы уверены? Абсолютно. Есть, конечно, кое-какие странности. Какие? Незначительные. Но об этом пока еще рано говорить. Скажите, а Лиза любила Шекспира? Да вы что? Как вам могло в голову такое прийти? Мы люди приличные. Ну что ж,
как говорится, пар-бум-па-бум, торжественный момент. Вот, пожалуйста, смотрите. Кто это? Это я? Это... Да нет, это не я. Это кто? Ну... Лиса. Это... Это не я. Это не я. Ну... Это не я. Это не мое лицо. Ну, конечно, это ты, дорогая моя. Это действительно вы. Даже не сомневайтесь. Такое бывает. Лиза, успокойся. Посмотри. Видишь, вот это ты. Нет, это не я. Это не мое лицо. Лиза, успокойся. Лиза, успокойся. Лиза, успокойся. Лиза, я не трогаю ее. Вы обещали мне. Элеонора Серафимовна, я вас очень прошу. Это постромалический синдром. Я просила называть меня мамой. Не накаляйте ситуацию. Сейчас мы проводим вашу маму. Я никуда не уйду. И вашего мужа. Элеонора Серафимовна, маму доброго. Все, хорошо. Давай. Лиза, успокойтесь. Успокойтесь. Ложитесь. Это не мое лицо. Вы переволновались. Сейчас вам сделают укол. Вы заснете, а когда проснетесь, вам уже будет лучше. Может, не надо? Это не больно. Сейчас я досчитаю до 10, и вы заснете. 1, 2, 3, 4, 5. Странно. Вообще ничего не помню. Просто молоко какое-то. Надо сейчас закрыть глаза, напрячься и все вспомнить. Закрываю, напрягаюсь, вспоминаю. Что-то ничего такого не вспоминается. Библиотека какая-то. А может быть, действительно мне все это только кажется? И меня на самом деле зовут Лиза. Ведь как может быть иначе? Я что, оказалась в чужом теле? А даже если так, в это же никто никогда не поверит. Запрут в больницу на всю жизнь. Ну нет, скажу, что это мое лицо. А потом уж как-нибудь. Максим, вы за шампанским? Угу. Каждый цветочек дышит любовью. Столько труда, столько нервов вложено в это чудное родовое гнездо. Интересно, дворец какой-то. Что нравится? Вот это да! Все твое? Я что, здесь живу? Пойдем, я тебе еще кое-что покажу. Лизонька, а вот это... Твое самое любимое место. Пойдем. Я думаю, что с дороги надо как-то привести себя в порядок. Я уверена, что знакомые запахи. О! 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 Они помогут тебе все вспомнить. Вот. Может быть, хочешь, чтобы я позвала Максима? Нет! Я сама справлюсь. Я почему-то так и подумала. Так, все уходим. Уходим, моя дорогая. Чуть быстрее это делаем. Чуть быстрее. Да. Не забудь про пузырьки. Пузырьки? Ты вспомнишь. А-а-а. Пузырьки. Интересно, о чем это она? Целый магазин. Пузырьки.
помнишь вашу свадьбу, Лизонька? Было грандиозно. Было 500 человек гостей. Был салют, представляешь? Потом было свадебное путешествие. Ты хоть что-нибудь помнишь? Ну ничего, ничего. Тебе надо немножко отдохнуть. Пойди, Прилли. Да. А может быть, врач прав? И все это действительно посттравматический синдром. Ведь я красива, богата. И муж у меня. Нет, все же что-то тут не так. Лиза. Тебе гости. Кира? Привет, подружка. А, девочки, я вас оставляю. Развлекайтесь. Ну, давай, рассказывай. Зачем ты это все придумала? А что придумала? Ну, хватит придуриваться-то. Или у вас тут везде микрофоны? Ты что, правда ничего не помнишь? Вообще ничего? Это да. Так отпад, слушай, это ж классно. Это же все лишние воспоминания с головы вон. И про мужа ничего не помнишь? Ну, вспоминай. Мы разговаривали перед тем, как все это случилось. Вспоминаешь? Понятно. Ну, может, оно к лучшему. Может, помиритесь еще. А может, вообще уже помирились. А слушай, а если он тебе не нужен, может, ты его мне отдашь? Как это? Да шучу я, Лиз. Ладно. Давай начинать вспоминать. Знаешь, что ты больше всего любила? Так, ну и как у нас дела? Все очень-очень странно. Лиза невероятно изменилась. Mm-hmm. Просто она стала другим человеком. Mm-hmm. Как будто она — это не она. Она не она. Ну а в чем конкретно это выражается? Ну, раньше она была помешана на сексе. Мне буквально приходилось обороняться. Да. А сейчас она себя ведет как девственница. Кто девственница? Ваша жена? Знаете, доктор, все так необычно. Она перестала вообще ходить по магазину. Она все время сидит дома. Книги читает. Раньше она каждый день скандалила, а теперь молчит. Вы представляете, она молчит. Молчит? А потом у нее стала очень странная походка. Она ходит вот как-то так.
Слушайте, успокойтесь, успокойтесь. Я спокойно. Садитесь, 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 успокойтесь. Смотрите на мой палец. Один, два, три. Сидите. Понятно. Понятно, 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 понятно. Не вертитесь. А что еще? За то, чтобы ты все вспомнила. Давай, давай. А мне нельзя. Я тебе обещаю, ты сейчас все вспомнишь. Давай, одним глотком. Все нормально. Привет, девчонки. Привет. А ты кто? Прикинь, она ничего не помнит. Ну, это же можно исправить, правда? Мы просто должны еще раз поближе познакомиться. Ладно. Только мне нужно еще выпить. Который день? Лиза дома, а толку ноль. Вот книжка. Здесь написано, что восстановление памяти должно идти по схеме. Знакомая обстановка, знакомые запахи. Ты парфюм сменил, что ли? Знакомые звуки. Да, но это все у нее есть. Главное, не перебивай. Это знакомые эмоции. Понимаешь, о чем я говорю? Если честно, нет. Хорошо. Вот. Вот. Не понимаешь? Нет. Не скромничай, Максим. Ой, ну не скромничай. Я-то знаю, как у вас все было поначалу. Элеонора Серафимовна, во-первых... Мама, я просила называть меня мама. Просто мама. Мама, ну вы же понимаете, что... Сынок, я не только понимаю. Я знаю, что у вас с Лизочкой в последнее время все было не очень. Но сейчас, когда у нее такая ситуация, ты просто обязан мне помочь. Я уверена, у вас все пойдет на лад. Хорошо? Хорошо? Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, сейчас идем к ней. Я первый, ты второй. И помни, все в твоих руках. Вернее, в... Я вас понял. Я поняла, что ты понял. Что ты сидишь. Пошли за мной. Нет, он, конечно, очень красивый. Даже, наверное, мог бы мне понравиться. Вернее, конечно, он бы мне понравился. Это прям точно. Я бы, наверное, даже могла в него влюбиться. Но как я буду делать с ним это? Лизонька. Дорогая моя. Пора уже начать налаживать супружеские отношения. Не спорь, не спорь. Слушай, в конце концов, почему я должна тебя уговаривать, а? Дурёк, ты только представь, а? У вас будет все как в первый раз. А? 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 Смелее. Только лишь на нами. Что делать? Ну что делать-то? Я же ничего про это не помню. Как вообще это делается? Привет.
Ты что? Я так не могу, понимаете? Вы для меня совершенно чужой, незнакомый человек. Ты очень сильно изменилась. Я не знаю, что и как произошло, но полное впечатление, что тебя подменили. Ты даже говоришь по-другому. Лиз, ты... Да, я все помню. Посттравматический синдром и все такое. И, может, так и есть, но у меня чувство, что это чужое тело. Лиза. 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 Все наладится, Лиз. Я надеюсь. Вы не могли бы надеть брюки? Расскажите, какая я раньше была? Как у нас с вами все было? Ну, если честно, не очень. Мы же любили друг друга. Наверное. Ну, то есть, сначала, да. Но я, по крайней мере, точно. А ты... Понятно. Расскажите мне все. Как мы познакомились? Как у нас все было? Как-то так. Не знаю, любила я вас или нет, но в любом случае мне придется в вас влюбиться заново. Что с тобой? Так. Да так. Просто необычно. Поедем домой. Значит так. Ей до сих пор кажется, что это тело не ее. Она ничего не помнит. Она разговаривает стихами Шекспира. И что вы думаете? Не важно, что я думаю. Что вы думаете? Стала такой, о которой я всю жизнь мечтал.
прекрасно. Понимаете, я как будто заново в нее влюбляю. Ну и слава богу. Не думаете же вы, в самом деле, что она с кем-то поменялась телами? Поменялась телами. Это очень интересный случай. Что делать, если вы с кем-то поменялись телами? После столкновения в больнице и уверены, что оказались в чужом теле. А о своем прежнем теле вы ничего не помните. Вы мне не верите? Почему не верю? Верю. Для того, чтобы распутать этот клубок, я вынужден погрузить вас в состояние гипноза. Вы согласны? Может, не надо? Надо. Сейчас я досчитаю до трех, и вы уснете. Раз, тепло разливается по вашему телу. Два, вы засыпаете. Три, вы спите. Мне не подвластно то, чем я владею. Стоп! Моя любовь без дна. Алена, твою проблему надо решать. Вот вы, девушка с козой! Как вы себя чувствуете? Хорошо. Одну минуту. Это невероятно. Ну что вы там узнали? Нет, это невозможно. Да. Да. Дело в том, что вы действительно попали не в свое тело. Я не очень много узнал о вас настоящей, но я точно могу сказать. Вас зовут Алена. Эта каша заварилась в момент вашего рождения. Дело в том, что вместе с вами, в ту же самую минуту, в ту же самую секунду, родилась еще одна девочка, Лиза Воронцова. И спустя много-много лет, в момент вашего столкновения, вы обе потеряли сознание. А в этот момент Марс вошел в орбиту Юпитера. И эту орбиту рассек несущийся к Земле метеорит. И именно потому, что вы родились одновременно, и на протяжении жизни между вами была очень сильная связь, как только вы потеряли сознание, вы тут же поменялись местами. Но все не так страшно. Есть шанс все исправить. Дело в том, что завтра, ровно в полночь, Марс снова войдет в орбиту Юпитера. И если вы вместе, вдвоем, окажетесь без сознания, то ваши тела снова притянут ваши души, и все встанет на свои места. Одно но. Второй такой шанс предоставится только через 20 лет. Если я каким-то образом оказалась в чужом теле, то куда делась та, которая была тут раньше? Устраивала забеги на шпильках, спала с кем попала. Неужели она сейчас в моем теле? А ты что ходишь сюда? Сидишь тут каждый день, а? Тихий такой, скромный. Может, ты следишь за мной? А потом в подворотне мне бах по башке. Юбку на голову. Алена! А что, я в своем праве? Вы меня защитите, когда меня вот этот в кусты потащит. Короче, ты не в моем вкусе, понял? Посмотри на какую-нибудь другую. Вон, видишь, сидит. Посмотри, посмотри. Да здрасте, девушка. Тебя как зовут? Катя. У тебя парень есть? Вон, видишь, один сидит. Как тебя зовут? Саша. Супер! Оригинально. Кать, это Саша. Саша, это Катя. Чего сидеть, потеть? Сходить куда-нибудь пивка попить. Марш. Марш! Ну иди, иди, топать давай. Особое приглашение нужно. Я вам отвечаю, завтра они поженятся. Алена! Да что, Алена? А вы, Марья Петровна, тоже, между прочим, присмотрели к себе уже давно кого-нибудь. А то так в одиночестве и состаритесь. А вы-то, между прочим, еще ничего так. Мужикам такие нравятся.
А вот спорим, вы по сайтам знакомств ходите, а зарегистрироваться духу не хватает. Как можно? О, угадала. Так, ладно, мне пора. Я это, кстати, увольняюсь. Привет. Выдал. Послушайте, он врач. Если он сказал, что надо чуть-чуть подождать, значит, надо подождать, и все образуется. Вот теперь слушай меня. Слушай внимательно. Вам нужно уехать. Вам нужно сменить обстановку. Круиз. По всему свету. Элеонора Серафимовна, нам надо всем а просто кто-то постриг газон, а? Ну, пожалуйста, успокойтесь. Кто-то постриг газон! Леопольд! Вокруг света? Вот это да. Было бы неплохо, но в другой раз. Что делать? Куда бежать? Что предпринять? Ясно одно. Надо срочно все вспомнить. Ромео и Джульетта уже до дыр дочитала. Стоп! Короче, я влюбилась. Сама зачем? Не знаю. В Ромео. Ну, чувствую своим нутром, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так, стоп! Стоп! Ален, подождите, а что происходит? Что вы играете? У Шекспира? Нет таких слов в песне. Да мне по барабану, чего у вашего Шекспира там были слова, не были. Когда он жил? 100 лет назад? Так что, 100 лет назад другая жизнь была. И ваша это как ее, Джульетта, тоже что она несет вообще? Слушайте, что происходит? Ну, что она говорит? Ну, сами посмотрите. Значит, типа, у них там проблемы. Ромео враг семьи, поэтому они не могут быть вместе. Ну, не ерунда ли? Давно бы сбежали, расписались в другом городе. Приехали к родителям. Ага, законный брак, детишки в планах. А что, я не права, что ли? Вы знаете, а вы очень изменились, Алён. Спасибо. И мне кажется, эта роль вообще не для вас. Идите. В смысле? Идите! Боже, какой позор! Спектакль сорван. Как это, уходите. Давайте поговорим нормально. Куда с вами? Кот пошел вообще, ну стоять. Мы не договорились. Что вам надо? Что? Стой! Посмотри, не нравится! На тебе! На! Все, сейчас! Смотри, покажи! Кто такая? Отдай! Отстань! Алиса! Побежали! Ну! Давай быстрей! Как тебя зовут? Алена Канарейкина. Так, уже хорошо. Ты с этим режиссером, да? Тебе от меня что надо? Скажи, пожалуйста, с тобой в последнее время, ну, ничего такого странного не происходило? Да нет, ничего. Я только это, память потеряла. И как это? Да как? Баба в меня врезалась, я башкой треснулась. Ну и очнулась в больничке. Слава богу, паспорт с собой был. А я в библиотеке еще работаю, там тетка есть. Мария Петровна. Тоже ее знаешь? Так вот, она, значит, в больничку ко мне пришла и рассказала, что я, кто я. Правда, я вчера уволилась, ну, неважно. Ну, слава богу, что я башкой треснулась. У меня прямо озарение какое-то.
Представляешь, она мне рассказала, что мне моя жизнь почему-то вообще нравилась. Прикинь, в библиотеке работать, театр этот. Что за ерунда какая-то? Эта скукота мне вообще не нужна. Ты мне всю мою жизнь испортила. Мне Марья Петровна как мама была. А театр? Да я чтобы Джульетту играть, я об этом всю жизнь мечтала. Как я теперь жить не буду? Ну, я поняла все. Ты из психушки? Практически. Так, слушай меня внимательно и учти, что я не сумасшедшая. Мы с тобой поменялись телами. Как это вышло, я тебе потом расскажу. И жизнь тебе твоей не нравится, потому что это не твоя жизнь, а моя. И мне моя жизнь очень нравилась. И в библиотеке работать, и в театре играть. А твоя жизнь, она совсем другая. Эти ночные клубы, тусовки, гламур одним словом. Зовут тебя на самом деле Лиза Воронцова. И живешь ты в шикарном доме. И денег у тебя столько, что даже себе представить не можешь. Но правда, к этому всему у тебя в придачу еще мама. Ну такая немножко того. Но с такими же деньгами можно и потерпеть, как ты считаешь? Можно потерпеть. А, рассказывай, мне прям очень нравится. А, ты мне не веришь, да? Слушай, ну если бы все даже было так, как ты мне сейчас врешь, зачем тебе обратно меняться? Посмотри на меня и посмотри на себя. Я у тебя в гардеробе никаких приличных трусов не нашла. У тебя даже парня нет. Что я? Это ты мне какую-то песню тут заливаешь? Ну, слушай тогда. Во-первых, мне нужна моя жизнь, а не чья-то другая. Во-вторых, если мы до полуночи с тобой не поменяемся телами, то такая возможность нам представится только через 20 лет. В тот момент, когда мы потеряли сознание, ось между Марсом и Юпитером пересек метеорит. Сегодня, ровно в полночь, эту ось снова пересечет метеорит. И велика вероятность того, что мы поменяемся ими обратно, понимаешь? И парня у меня нет. Зато у тебя есть муж. Молодой, красивый и умный, в отличие от тебя. Теперь понятно, почему я хочу поменять твое шикарное тело на свое. Понятно. А напомни мне мой адрес. Мама! Это я! Мама? Стой! Ты куда? Что тебя зовут не Лиза Воронцова, а Алена, прости господи, как? Канарейкина. Канарейкина, да. Это Канарейкина, ты понимаешь? И они поменялись телами, потому что обе были без сознания, и что какой-то Сатурн случайно забрел в дом к Юпитеру дерябнуть коньячку, так? Да, еще метеорит пролетел вот прости, так вот. Прости, прости, я забыла про метеорит. Извини, извини. Леопольд! И до полуночи осталось всего 2 часа.
Ты очутилась? Ты сбежала? Давай быстрей! Я не собираюсь всю жизнь в твоем теле торчать! Давай, давай, давай! Элеонора Серафимовна, успокойтесь. Мне кажется, здесь все гораздо проще. Просто теперь послушай меня. Значит, ясно одно. Моя дочь, кстати сказать, твоя жена. Да. Попала под влияние авантюристки Алены Канарейкиной, которая внушила ей, ты слышишь меня? Внушила ей, Бог знает что. Там Лиза в окне. Лиза, да. Куда? Да вы здесь! Леопольд! Ой, Лиза, стой! Меня на самом деле зовут Рита Колоскова. В общем, получается, что торгую трусами на рынке. И родилась я в тот самый день, в тот самый час и ту самую злосчастную минуту, что и вы. И когда вы были в отрубе, ну, с Лизой, в общем, я лежала под наркозом на пластической операции по увеличению груди. И получается, что ты сейчас Алена в теле Лизы, я в твоем теле, а Лиза Воронцова в моем Рита Колоскова теле, поняла? Не очень. Давай, вспоминай, где ты любила время проводить. Или твое любимое место, ну, что-то типа. В театре. Да не ты, ты, а ты, ты. Ну, откуда я знаю? Ну. А нет. Нет, я, кажется, знаю, где ресторан. Где она может быть? Отлично. Адрес, адрес, помнишь? О, смотри, вот она я. Где? Ну, вот, с каким-то мужиком сижу. Точно. Я у Лизы в гардеробе такое же платье видела. И чё? У нас такие платья на рынке по 1000 рублей висят. Да. Блин, чё она с моими волосами сделала? Коза, блин! Тихо ты! Ты чё? Мы сюда не за этим приехали. Потом с ней разберёшься. Так, чего делать? О, а нам везёт. Есть идея. В розовом платье не видели? Видела. Моя подруга почему-то запихнула к себе в машину. Садитесь, поехали. Поехали. Да. Я где? Это ты где? Лизу украли! Давай поднимай всех! Меня не уйдешь. Догоняют. Еще посмотрим. А вы этой девушке кто? Да никто, мы только познакомились сейчас на улице. Что происходит вообще? Да если б я знала. Не уйдешь. Куда? Держись,
Ну что? А вдруг кто-нибудь или не она? Ну а кто-нибудь еще, а? Ну, вдруг она с кем-нибудь еще поменялась делами? Ну вот и проверим. Пода... Пока. Приятно было познакомиться. И мне. Где я? Ты... Это ты? Или... Ты кто такая? Я... Что вообще происходит? Кто вы? И вся история. Почти. А что вы так все стоите, как на похоронах? Ой, голова моя. Мама, ну что ты опять за дурацкие шары-то какие-то? Ну я не люблю этого, ты знаешь. Так кто надел мне эту пижаму? Я не люблю этот цвет. Чё тебе прическа? Кто заплел мне эти дурацкие косы? Мама! Я узнаю мою доченьку! Чё происходит? Мой я не люблю лизинку. Белый розочный петлёр! Ты знаешь, я этого не люблю! Мама, не ори, мама, меня бесит! Лиза очнулась в своем собственном теле. Такая же, какой она была всегда. Или не совсем. Ей стало скучно ничего не делать, и она занялась торговлей. Она купила магазин, разработала собственную линию нижнего белья, которая сама и рекламирует. У нее оказался настоящий талант. С мужем она рассталась и теперь по-настоящему счастлива. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или нужно оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бег. Покончить с ними. Умереть. Рита полюбила театр, из которого ее выгнали, стала настоящей звездой и вышла замуж за режиссера. Кира, по-моему, встретила мужчину своей мечты. А как тебя зовут? Миша. А меня Кира. Ну, вот и познакомились. А что касается Алены... Можно я пораньше пойду? Конечно. Алена! Прости меня, пожалуйста. Мне надо у тебя спросить. Ну вот, ты сначала поменялась, а теперь снова изменилась. А что случилось? Ты влюбилась? Марья Петровна, я вас люблю. И вы изменились. Правда? Я старалась. Ну я пойду. В театр? Да нет, просто... И вы собирайтесь. Пора. Алена. Здравствуйте. Вы меня
не узнаете? Нет, извините. Постойте, постой, постой. Но я же вижу, что ты меня узнал. Ну, прости меня, прости, что я тебе не поверил. Но в это было невозможно поверить. Точно так же, как невозможно было поверить, что моя бывшая жена говорит стихами Шекспира. Бывшая? Ну да, я от нее ушел. Или она от меня, это не важно. Ведь после того, как ты побывала в ее теле, я бы не смог и дня с ней прожить. Это, кстати, тебе. Спасибо. А ты помнишь, как мы здесь гуляли? Вот именно тогда я заново влюбился в свою жену. Хотя потом я понял, что влюбился не в нее, а в тебя. В ее теле. Я не знаю, что ты тогда чувствовал. Маша? Маша Григорьева, ты меня не узнаешь? Шурик? Привет. Привет. Что, изменился? Ну, да нет. Не изменился почти. Представляешь, вот так встретиться. Через 20 лет. Нет, 23. Мы с выпускного не видели. Точно. С выпускного. Не занята? Да нет. Может, давай кофе выпьем? Кофе? Кофе. Давай. 23 года. С ума сойти. Семейство большое. Чего? Ну вот, пожалуй, и все. Ах, да. Погода-то какая нынче стоит хорошая, да? А я по-прежнему наблюдаю за звездным небом. Ой, а где это я? Походка выходит тут как-то так. Слушай, это ж классно. Ты что? Это очень интересный случай. Три. Вы спите.